Привет всем зрителям канала Мыло Опт. Хочу показать свой заказ. Заказала 1 литр пава кокосового Коко Глюкозит. Всем рекомендую, это очень мягкий пав. Его можно использовать при создании шампуня, геля для душа, а также для мытья посуды. Также вот такую баночку я заказала, 50 миллилитров. Вот, гидролизат косточек винограда. Но он имеет такой коричневый цвет. Мне больше похож на экстракт. В креме его нельзя использовать. В тонике можно. И десяток таких баночек термос. Они идут без вкладыша на 100 миллилитров. Я попробовала разные баночки, остановилась на этих. Вот такие они плотные, герметичные. Также я заказала такую тару стеклянную. И она идет со стеклянной пипеткой внутри. Вот матовое стекло, коричневое и прозрачное. Эти баночки на 30 миллилитров, 50 и 100. Такая элитная тара, она подойдет для масла, а также для каких-то сывороток, тоников. Буду пробовать. Выглядит очень так престижно. Также я заказала впервые попробовать душистая вода Лицея Кубеба. Запах яркий, точно такой, как у эфирного масла. Попробую, как на его основе будет крем. Спасибо всем зрителям канала Мыло Опт за просмотр и до новых встреч!